Всем привет, меня зовут Олег, и в этом коротеньком видео я хочу вам показать самый простой способ, как убить гильзу. Этот способ отличается тем, что он подойдет даже для самых криворуких, и основан он на очень простом действии. Стрелять не обязательно в самого гильзу, стрелять можно в любую сторону. Итак, он появился, мы быстренько поднимаемся вот сюда, и здесь он нас не может достать. И мы просто стреляем в колодец и смотрите на красную полосочку. ХП убавляется. А мы при этом находимся в безопасности. И не нужны никакие пляски с бубном вокруг него. Не нужно прятаться за лестницу и так далее. Способ, конечно, слегка читерский, но не у всех развита хорошо моторика пальцев. И не все способны протанцевать вокруг него достаточно времени, чтобы его убить. Вот такой простой способ, ребята. Если я вам помог, поставьте лайк. Расскажите про меня своим друзьям, подпишитесь на мой канал, на нем вы увидите еще много чего интересного. Всем удачи, с вами был Слесарь 6-го разряда.